В фермерском хозяйстве Василия Хубаева в селении Хитогурово посеяно около 17 гектаров ячменя и 2 гектара яровой пшеницы. В этом году ожидается богатый урожай. Этому способствовали хорошие погодные условия, отмечает фермер. Колосья уже созрели, настало время жатвы. Семена я купил в России 15 рублей за килограмм, сеял весной, и вот сейчас настало время жатвы. Сам я вряд ли справлюсь с этой работой, нужен комбайн. Было бы хорошо, если бы Минсельхоз помог мне. Если урожай ячменя не будет собран до 10 июля, то пропадет. Он уже достаточно созрел и осыпается. Как добавил Василий Хубаев, часть урожая он оставляет на следующую посевную кампанию, работает на местный рынок. Но с реализацией продукции у него возникают проблемы. Большая часть урожая остается в складах. Однако, если бы работали мельницы, то ситуация со сбытом была бы намного лучше, говорит фермер. Есть и проблемы. Несколько тонн прошлогоднего урожая у меня до сих пор хранится в складе. Кто-то покупает мешок, кто-то 5 мешков, но это очень мало. Раньше работала мельница за год зерно, я туда возил молоть зерно, но она прекратила свою работу, а то бы я мог реализовать продукцию и в виде муки. Для сена фермер выращивает траву эспарцет, но в связи с тем, что семена этой травы нелегко достать, фермер принял решение пустить в этом году урожай на семена и в следующем году расширить площади посева. Эспарцета я засеял 2 гектара. Многие просили, чтобы я им отдал его для корма скота. Но в этом году хочу собрать его на семена. В республике их бывает трудно найти. Некоторые фермеры привозят семена из России, но у меня такой возможности нет. Помимо зерновых культур, на поле у фермера фасоль и картофель. На своем тракторе он привозит несколько тонн воды и поливает грядки. Это не составляет труда, ведь главное – любить то, чем занимаешься, отмечает Василий Хубаев. Фермерским делом он занят уже 50 лет и каждый раз получает высокий урожай, который всегда реализует по низким ценам. Нередко отдает и даром. В этом году он рассчитывает на помощь Министерства сельского хозяйства, чтобы урожай был собран вовремя. Анжела Кукоева, Арсен Гассиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.